Летучая мышь. Работники театра предполагают, что это не заблудившееся рукокрылое животное, а призрак. Свой призрак, по признанию труппы, живет и в Московском театре «Ромэн». Артистка Серафима Золотарева рассказывает, что это дух молодой красивой актрисы. Она была безумно влюблена в коллегу. Безответные чувства довели ее до самоубийства. Иногда она дает нам знаки, как пройдет спектакль. Если веер раскрыт, то будет аншлаг и бурные аплодисменты. Пройдем на ура. Если веер закрыт, то не жди хорошего. Значит, это будет провал. Более того, дух молодой актрисы наведывается не только за кулисы, но и в зрительный зал. Завсегдатые театра «Ромэн», сестры Мария и Анна Гурьевы не воспринимали всерьез рассказы о призраке до одного вечера. Слушай, было ощущение, что... Я говорю, вот есть вот кто-то стоит. Я говорю, вот прямо чувствую, вот некое дыхание. Она говорит, да нет никого. И вдруг через какой-то момент... Мы увидели тень, которая вообще не должно быть там. А вот от кого она, это было непонятно. И здесь, да, мы задумались, что... Ну, я верю в то, что там живет дух. Я ее видела несколько раз. Ее вот эта оболочка осталась здесь. И она живет в театре по сей день. Это привидение некоторые артисты видят.